Здравствуйте! Добро пожаловать в интернет-магазин Raywood. Меня зовут Катя, и сегодня я покажу вам тарелки из коллекции Бернадот от датского бренда Георг Йенсен. Дизайн и форму некоторых ее предметов создал Сигвард Бернадот, настоящий шведский принц. Его жизнь сложилась так, что наследником престола он так и не стал, зато он стал дизайнером, известным во всем мире. Тарелки появились в этой серии совсем недавно, в 2021 году, но узнаваемый стиль Сигварда легко считывается в их дизайне. Помните знаменитый кувшин его авторства? Так вот, на бортиках этих тарелок мы видим те самые узнаваемые грани. У меня в руках обеденная тарелка, ее размер 26 сантиметров. В 30-е годы прошлого века своего апогея достиг стиль арт-деко, и в этих строгих рельефных линиях мы с легкостью замечаем его элегантную геометрию. Эти тарелки абсолютно ровные, и бортики у них прямые. Но изнутри острого угла вместе их стыка мы не видим. Мы видим мягкий и плавный переход. Такую же форму имеет и закусочная тарелка, только ее диаметр поменьше, она 20 сантиметров. И еще одна особенность. У тарелок есть аккуратная ножка, поэтому их так удобно хранить. Вы можете просто ставить одну на другую красивую пирамиду. Следующая тарелка для пасты. Эта форма сейчас безумно популярна. Ее используют во всех самых модных ресторанах, причем не только для подачи пасты. В ней подают даже основные блюда, так что вдохновляемся и экспериментируем с подачей дома. Эта форма с красивыми рельефными стенками стала настолько трендовой, что многие стали копировать этот дизайн. Но мы-то с вами теперь знаем, как он появился и кто его действительно придумал. Эта посуда очень хорошо подходит для ежедневного использования. Она базовая, минималистичная и очень стильная. А на каждый день нам обязательно нужна пиала для супа, каши, салатов или завтраков. Она здесь удобная, 600 мл. А теперь редкие предметы. Здесь есть небольшая металлическая чаша размером 13 см с мелкими рельефными линиями на поверхности. В ней можно подавать снеки и закуски, а можно использовать как креманку, подавая мороженое и десерты. Когда смотришь на нее просто на фотографии, непонятна ее реальная толщина и вес. Я, например, боялась, что она будет тонкой и легкой, как форма из фольги. Но это, конечно, не так. Она идеальная по весу и совсем не тонкая. Идем дальше. Вот это подставки для яиц. Редко я встречаю их в коллекциях посуды. Я уже говорила, что посуда Бернадот повседневная, и вот такие мелкие красивые детали делают нашу повседневность эстетичной. И, наконец, соусники. Фарфоровые и безумно милые, как маленькие цветочки. Все предметы в этой коллекции упакованы в фирменные коробки. На каждой изображен тот предмет, что лежит внутри. Вот это, например, коробка от обеденной тарелки. Это были все предметы для индивидуальной сервировки. Все они есть в наличии в Москве, выбирайте понравившиеся и оформляйте ваши заказы на нашем сайте raywood.ru. Мы доставим их аккуратно и быстро в любой город России или Казахстана.